Здорово. Готовил мясо по-французски. Вообще. Елку? Нет, я не делал, не ставил здесь в этом году елку. Нет. Я Катюше тоже дозвонить не могу. Слышь, так же? Ну, может, там теракт был, хрен его знает. В натуре, в той стороне. Не ловит, связь перебита. А может, это самое, в хате нету выхода? Да, он закончил, сказал, что и пошел домой. У нас в хате не везде телефон. Вот. А? У нас в квартире с сотом не везде можно разговаривать. Нет, там ловит, то везде у нас. Сейчас покажу. Так, вот так лучше сделаю. О. Я с батей и с дядькой. Ну что замутил, видишь? Это ты мне писала, спасибо за молодца, это ты мне писала сейчас на Viber? С нет, грибочки, грибочков нету. Белиссимо. Да, нет, потому что кто-то мне написал, я не знаю, кто это был. Давай рецепт, сначала надо попробовать, вдруг невкусно. Понял, I'm sorry. Ну вот так, короче, мы идем ням-ням. А у меня стоит же этот номер телефона, она здесь, на перископе. Ну все, я свалил, ребят.